Вот тут человек прыгать будет! Да? Эй! Вы тоже должны туда залезть. У вас же шкофчик. Какая молодец! Эй! Даня, открывай! Даня вон, на дереве. Я клубу подстрелил к Дане. Ну вот, видим Даню. Кто дальше? Кто дальше полезет? Давай. Давай после вас. Я уже. Я после тебя. О, видео. И что это за станция у нас? Станция конечная получения ответов, которые находятся на дереве. Угу. Их нужно еще добыть. Какой молодец! Какой молодец! А зачем веревку тогда? Да я вот сам не знаю. Так бы заметил. Какой молодец! Вот! Убери палку отсюда. Если он упадет на палку, это будет очень неправильно. Какое молодчинка! Это у нас кто? Радомир! Радомир! Эй, привет, Радомир! Молодец! Нареченный Борислав. Борислав! Молодец! Вау! Залез, какой молодец! Какой молодец, а? И сейчас будет мастер-класс по альпинизму у Кости. Ага. Запишем? Ну, конечно. Как высоко, молодцы, вау. Эй. Класс. Класс. Финал игры. Эй. Волшебный клубочек с Владимирой. Эй, бабка ёшка. Так, ты как я слазю? О, еще одни финалисты идут. Финалисты? Финалисты? Или как? Вы пошли? Наконец. Я еще не до конца понял, как сюда залазить. Да, слазить всегда сложнее, чем залазить. Ты же не нравится залазить? Вы бы лучше отошли, а то он так гарно. Ой, за такое, за такое. Что такое, иди сюда. Что обиды сделать? Цири готова подниматься. Поднять ее. О, это правильно. Ребятам легче. А ты вставала? Молодец, Богуслав. Остається тільки свиснути тут ще під деревом. Богуслав. А що, ніхто не пофоткає? А. Я ж відео знімаю, як же це таке пропустити можна? Красота-то какая! Угу, как высоко! Где ты там? Дань, а где Даня? Убежал уже. Что там писали? Ну и что мне дальше делать? Руся мы! Я сейчас не получу машину. Руся мы, батя мы. Ну, получилось. Я тебе друга такой спустил, а? А мы скидывай с собой. Надо доложить. Вау! Ну, так конкретно так, на. Да. Ребята пытаются подняться. Уже один мальчик поднялся. Богуслав поднялся. А Радомир поднялся. Эй. Это у нас одна из станций.
Ты Дарина, да? Все, а ты после Дарины. Так, девочки. Кстати, Дарина, ты помнишь, как нужно? А я после Дарины поеду. Сейчас на пару минут. Вы видели, как Богуслав поднялся, да? Богуслав поднялся, видели, молодец какой. А то халява, любой может, а вот подняться нормально по дереву. А Богуслав смог подняться. Что, ребята, слабо, что ли? Богуслав поднялся. Тебе разрешили, да? Мы не ставим плов, а с ней сестра Воха. Мы сюда уже... Мы там сами лазили. А, устулась. Начальник... Ты же должен это показать? А так это останется в тайне. Никто не будет видеть это, понимаешь? Это хорошо. Ну, ты можешь сделать такой выбор. Молодец. Идет за твоей судьбой. Да, поднимайся. Да. А, это тебе, да? Давай поможем. Колос мог. А было дерево такое, вообще выше. Ну, ты себе, да? Все, доставай. Эй. Малая говорит, я большая, да? Молодец. Конечно, большая. Конечно, большая принцесса. Я говорю, большая. Большая, чтобы туда подниматься? Да? Все? Пускайте. Давайте сам. Так, мужик, Федю брось. О, понял? Федю брось. А, там рычаг, да? Да. Эй. Сейчас.